Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем рассмотрение проекта MST Coin. И сейчас рассмотрим детали ICO. Токен name MST Coin. Все просто. Hard cap. Почти 15 миллионов долларов. Ну, допустим, 14. Soft cap. 3,81 миллиона. Чего? Правильно, долларов. Или 105 миллионов MST коинов. Так, токен name уже был. Всего 500 миллионов этих токенов, из которых на токен sale 300 миллионов выходят. Минимальный вход — это 0.1. 1 MST coin равен вот такой вот части эзериума, или одному бату тайландскому, или же 3,5 центам США. Принимаемые валюты: биткоин, эзериум, лайткоин и тайская бата. Не знаю, с какой целью они решили это сделать, но в этом должен быть смысл. Здесь еще раз цена токена. Далее здесь приведен QR-код и адрес их для контрибьюции, то есть для вклада денег. Опасайтесь скамеров, здесь говорится. То есть нужно правильно все сверять с их сайтом. Здесь у нас бонусы. С 3 по 10 там 100% был бонус, а до 22 июня уже он снизится к 5%. Сейчас мы вот находимся тут, то есть 50% бонус. Далее у нас конференции, на которых они будут. Это Финляндия, Австралия и Грузия. Я не думал, что в Грузии есть блокчейн-конференции. Заработайте больше MST коинов, приглашая друзей. Приглашаем друзей, получается. Сохраняем ссылку свою реферальную. Скидываем ее своему другу. И получаем 20% от всех комиссий, которые он платит. Причем получаем это все сразу, без каких-либо задержек, без всего. То есть вы, допустим, взяли ссылочку, 10 друзьям ее скинули, и, допустим, их общая комиссия $100 в месяц, да? Они очень много пользовались, и общая комиссия составила $100 у них. И с них вы получаете 20%, то есть $20 в месяц. Это 1000 с чем-то рублей, там 1200. Просто ни за что. А если вы пригласили не 10 друзей, а 100, и они как бы $1000 комиссией накрутили, и получается, вы получите $200, а $200 это уже 11 тысяч рублей. В принципе, это стандартная зарплата какого-нибудь продавца в маленьком магазине. То есть просто так, просто, вот ни за что. Вот такие дела, дорогие друзья. На этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.